Сриаха кантаха кантаха парама пурушаха калпатарво друма бхумис чинтамани ганамай тайо амритам катаганам натчам гаманамо пибанси приясахи чиданандам жатихи парамамо пи тадасаддамо пича Сриаха кантаха кантаха парама пурушо калпатарабо друма бхуми чинтамани ганамай тайо амритам катха гьянам натчам гаманамо пи бангси прио сахи чиданандам ятихи парамам апи тада шаддамо пича Гаурия Гоштипати, Сисира Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур, Прабхупаджи ко киси не прашна кия, я хамара саммандх гьян хуа, во кэсе пата чалега? Хамара саммандх гьян хуа, гуру чаран асрай хива, how I can realize that I have already developed sambandha gyan? Гаудия Гоштхипати, Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, как я могу осознать, что я уже развил самбандха гьяну? Он дает ответ. На вопрос, как я могу понять, что я уже развил самбандха гьяну? Тот, кто дает дивья гьяну, садгуру, только лишь по его милости человек может развить самбандха гьяну. В тот день, когда это произойдет, вы почувствуете, что Кришна мой вечный господин, Нитья Прабху. Я его вечный спутник, его вечный слуга. У меня нет никаких других обязанностей, только лишь служение Шри Кришне. По милости Гурудева, когда мы разовьем самбандха гьяну, мы легко поймем, легко осознаем, что Кришна мой единственный господин, мой Нитья Прабху, а я его вечный слуга. И у меня нет никаких других обязанностей, помимо служения ему. Это моя вечная дхарма. Целый мир бежит за Майей. И это главная проблема. Гаудия Гоштхипати Прабхупад говорит, для того, чтобы контролировать весь мир, весь материальный мир, то есть главная причина, по которой я оказался в обусловленном состоянии, когда я показываю свое могущество, то есть как, что я хочу контролировать ситуацию общества, это и связывает меня в этом материальном мире. Смирение, смиренное поведение вы можете развить по милости Рагануга, Рупануга преданных, по милости Гурудева. Когда ваше смирение естественно, а не так, что вы делаете спектакль из этого, как вы можете понять, что кто-то притворяется, показывая себя смиренным? Прабхупад говорит на это. Если какая-то малейшая пратиштха,
находится в ком-то, он рано или поздно гневается, он гневается и начинает сражаться с окружающими, спорить с окружающими, ссориться. И еще один момент. Смиренный человек никогда не думает, что он господин этого мира. Для того, чтобы стереть пратиштху из сердца, это очень сложно, стереть ее, удалить ее. Но при помощи то есть смиренный человек всегда ощущает себя слугой всего мира. И никогда не говорит, что я господин того или иного, то есть я духовный учитель или кто бы то ни было еще. Для того, чтобы стереть пратиштху из сердца, это очень сложно. Но единственное, мы можем судить лишь по этому, присутствует пратиштха или нет. То есть кто есть истинный саду, мы можем определить по этому. Видеть негативную ситуацию в позитивном ключе — это и есть Вайкунтха Даршан. То есть давным-давно я обсуждал кое-какие вопросы с Шрила Бхакти Лабатхиртха Госвами Махараджем. Я спросил: «Махарадж, сейчас в обществе такая ситуация, что делать с этим?» Давным-давно я задавал этот вопрос. Не помню даже, когда это было. Он ответил: «Те, кто совершает харибаджан, кто по-настоящему получает гуру крипу, никогда не видят ничто негативное, они все видят как нечто благоприятное. По их милости я также пытаюсь осознать это. Видеть негативное как нечто благоприятное — это и есть Вайкунтха Даршан. На самом деле, если вы наслаждаетесь милостью Рупануга, Рагануга преданных, вы будете все видеть как благоприятное автоматически. Когда вы обретете полную милость Рупануга, Рагануга преданных, вы осознаете, что смиренное поведение естественно пребывает в вас. То есть вы естественно стали смиренным. Вы не будете заявлять, что я тот и такой-то, такой-то. Вы не будете ожидать почтения к себе. Как я могу ожидать почтения? Я не заслуживаю никакого уважения. Я падшая душа. Такое настроение очень редко. Мы принимаем их как наших шикшагуру, потому что мы узнали от них очень много. Гурупад Падма всегда хочет видеть предание с нашей стороны. Как я уже говорил, что все зависит от одного единственного момента, насколько я нахожусь в одной линии с моей Гурупада Падмой. В соответствии с этим я могу достигнуть успеха. Когда Шрила Бхакти Валабхатирта Госвами Махарадж был провозглашен ачарьей Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махараджем, когда было организовано собрание, Шрила Бхакти Валабхатирта Госвами Махарадж начал плакать. Почему он плакал? Он плакал: «Я падшая душа, почему Гурупад Падма выбрал меня ачарьей?» Он плакал. Здесь столько достойных преданных, брахманы, очень сведущие.
Но ему говорили: «Махарадж, вас Гурудев провозгласил ачарьей». И по, наверное, по наставлению старших преданных, он согласился принять этот пост. И потом он говорил, что он, Гуру Махарадж, хотел сделать меня главным слугой, поэтому он назначил меня ачарьей. Вот посмотрите, каким видением он обладает. Он говорит о себе: «Я падший». Поэтому Гуру Махарадж хотел меня вовлечь в постоянное служение. Никогда он о себе не говорил, что я ачарья. Он всегда выражал смирение. И такое настроение мы постоянно видели в нем. Если бы Гурупад Падма провозгласил вас или меня ачарьей, каким должно быть наше видение? Я падший. Поэтому Гурупад Падма возлагает на меня такое служение, чтобы у меня не было времени для глупостей. Гурупад Падма провозглашает меня ачарьей, это означает, что он просит меня... Это не значит, что он просит меня стать ачарьей по-настоящему. Гуру Махарадж говорил, когда Прабхупад наделяет нас брахманическим шнуром, кто-то начинает гордиться: «О, теперь мы брахманы». Ты брахман? Ты брахман? Прабхупад просит вас проявить хотя бы 10 брахманических качеств. Я брахман, теперь я могу делать все, что угодно. Ложное эго приходит к ним естественным образом. Если какой-то успех приходит к обусловленной душе, они начинают думать, что это я сделал так много великих дел. Постоянно это, естественно, происходит с падшей дживой. Те, кто действует как ачарья, являясь обусловленной душой, мы можем видеть на их примере, что они... То есть они преуспели в массовой проповеди, в экономических делах и так далее. Но они не думают, что они, что Прабхупад хотел сделать. То есть все, что я имею, это по милости Прабхупада. Что... И когда это придет к... Когда я это осознаю, что все, что в моей жизни, это милость Прабхупады, тогда естественным путем я стану ачарьей. То есть я обрел эту милость, обрел это положение по милости Прабхупада. Кто я такой? Какими качествами я обладаю? Мы слушаем Прабхупада Бхактивинода Такура. Кто я такой, чтобы рассказывать Харикатху? То есть какой ценностью я обладаю? Но как только я достигаю какого-то успеха, я думаю, что это я сделал. Я не думаю о себе, что я ничто, что я ничтожество, что это Гуру Пад Падма организовал все. Как пример могу привести. Давным-давно на райских планетах полубоги победили в битве с демонами. После того, как это произошло, они начали петь и танцевать. «О, ура, мы победили!» И Парабраман Шри Кришна думал, такие глупые думают, что они сами победили. Сейчас я их проучу. В Упанишадах об этом говорится. Итак, Парабраман Парапракилешва Шри Кришна принял форму маленькой дживы. Никто не узнал его. Все стали пытались понять, кто он такой. Паванадев был послан, чтобы распознать, кто он такой. Он спросил: «Ты кто такой?»
А тот отвечает, и прежде всего я хочу узнать, кто ты такой. Ты что, меня не знаешь? Я же Паванадев. Паванадев, что это значит? Я же сильнейший ветер, могу сдуть все, что угодно. И он хотел подул, наверное, со всей силой, но тщетно это было. В общем, так и не смог распознать, кто такой Бхагаван, то есть не распознали его. Затем пришел Агнидев. Он спрашивает, кто ты такой? Прежде всего, ты мне расскажи, кто ты такой. Ты что, меня не знаешь? Я же Агнидев, я могу сжечь все, что угодно. О, правда? Покажи. Можешь сжечь вот эту соломинку? Соломинку можешь сжечь? Тот пытался изо всех сил. Пытался, но не получилось ничего. Не смог сжечь. Он был поражен. Как это возможно? Кто же ты такой? Так вот, в том-то и дело. Ты мне сам не представился, я не могу понять, кто ты такой. Итак, Индрадев пытался понять, что же это за джива пришла, снизошла к ним в рай. В конце концов, Индрадев понял, но пока это не произошло, джива это испарилась. Потом он встретил Ума Деви в небе. То есть она воплощение знания. Она смеялась и сказала Индре: Индрадев, я... То есть он спросил, кто это был? И она отвечает: это Парампара Акилеша Парабраман Шри Кришна. Тот, кто устроил вашу победу, а вы глупые думаете, что сами достигли этого успеха. И то же самое происходит в нашей жизни. Мы не знаем, что сам Парампара Акилешвар, Бхагаван, устраивает нашу победу, а мы думаем, что мы сами достигли успеха. Все делается в этом мире Шри Кришной. Если моя проповедь успешна, если кто-то любит меня, все это устроено Шри Кришной, и не нужно гордиться этим. Жизнь нестабильна. Все, чем я обладаю, что я могу забрать с собой из своего имущества, когда мне придется оставить это тело? Ничего. Вчера я говорил, что бададживы, падшие души, положение их очень слабо, то есть они... Что говорить о расе? Они не развили даже самбанда гьяну. Они не знают гуру татву. Много-много говорят об этом, но без осознания, наверное. Как вчера я говорил, что на берегу пруда растет пальма. И отражение в воде. Когда сильный ветер подует, мы видим, что на поверхности пруда появляется рябь и искажается отражение. То же самое происходит с Шримад Бхагаватам Махапурана. Почему вы думаете, что вы женщина, мужчина, профессор, богатый человек? Почему вы не можете думать, что я атмавасту? Какова ваша болезнь? Какова моя болезнь? Я Атмавасту, и Атмавасту никогда не может претерпевать влияние трех гун материальной природы. В Шримад Бхагаватам сказано, что Атмавасту не может попадать под влияние Майи. Тем не менее, из-за осквернения когда кто-то почитает меня или критикует меня, постоянно из-за Майи я испытываю разные чувства. Я думаю, что... То есть я делаю, я получаю что-то. Это происходит со мной. И в действительности все относительно.
Говорить очень легко, но осознать очень сложно. Без милости чистых гуру и вайшнавов это невозможно. Мы не можем достигнуть осознаний. Мы видели многих выдающихся личностей, но без милости они претерпевали крах. Атмавасту не может ничем быть обеспокоена, но мы претерпеваем беспокойство из-за осквернения, из-за майи. Несмотря на то, что атмавасту зафиксирована, то есть она не может претерпевать изменений, мы думаем, что сейчас я счастлив или несчастлив. Все относительно. Порой мы смеемся, порой плачем. Иногда мы ожидаем славы и почета, наслаждений. Все это различные состояния обусловленной души. Даже если я хочу проповедовать по всему миру, кто будет ожидать? То есть люди хотят наслаждений. Разве они могут переварить ту харикатху, которую я буду рассказывать? То есть харикатха большинства заключается в том, что они воплощают пассивную каму в их сердцах. Атмавасту никогда не может попадать под влияние. И Парампара Акхилешвар — изначальная причина всех причин. Как мы можем думать, что Кришна может попасть под влияние прекрасных женщин, в то время как в материальном мире мы видим, что они никогда не попадают под влияние материальных вещей. Наш даршан покрыт майей, мы не можем видеть Вриндаван, мы не можем видеть Навадвипу, Навадвипадхаму. Мы можем провозглашать, что «О, сейчас я живу в Навадвипе». Правда, вы живете в Навадвипе? Почему вы получаете даршан Сурьядева, солнце? Вы смотрите на солнце, но между тем, если солнце перекроет тучи, мы не можем увидеть, и тогда мы заявляем, у солнца никакого солнца нет, но солнце присутствует, просто мы не можем видеть его из-за того, что оно покрыто тучами. То есть тучи заслонили наши глаза. Солнце присутствует на своем собственном месте, на своем месте, но весь мир. То есть и весь мир видит, что солнце на своем месте. Наш даршан настолько грязен из-за покрытия майи, что мы не можем видеть саду гуру и вайшнавов должным образом. Что говорить о Верховном Господе? Даршан наш настолько грязен из-за покрытия майи. Материя, материя, материя. Повсюду грязная материя. Это то, что мы видим. Гуру и вайшнавы проливают милость на нас, благословение. Когда они благословляют нас, то есть, если я благословлю их, они получат новые какие-то преимущества, возможности. Если даже Гурудев провозглашает кого-то ачарьей, он не говорит, что я падшая душа, он возлагает на меня ответственность за его общество, за его организацию. Соответственно, он хочет, чтобы я достиг этого уровня, чтобы я стал квалифицирован управлять этим обществом, возглавлять общество. Но мы начинаем думать, что я квалифицирован.
Прабхупад говорит, что прежде всего необходимо обрести качество брахмана. В противном случае, как вы можете вообще заходить на кухню, в комнату божеств, как шудра может войти и совершать подобное служение? Мы не можем позволить шудре делать все это. А сейчас мы думаем, что они все равно некому делать, пусть делают, кто попало. Гошти Баджан очень чувствителен, очень тонок. Если, когда велосипеды стоят, если один упадет, то один за другим повалит всю цепочку велосипедов. И сейчас вот это не понимают, этот момент. Если вы не можете защитить одно, следующий момент в Сиддханте будет поврежден. То есть мы теряем постепенно нашу силу. Поэтому могущество гуру и вайшнавов настолько сильно, что они могут все систематизировать. Они устраивают все так, что все окружение этих вайшнавов очень счастливо совершает служение. Это невозможно купить за деньги. То есть, когда заходит вопрос о осознаниях, вы становитесь бедняком, попрошайкой на духовном пути, потому что нет никаких осознаний, никаких чувств. Но никто не хочет об этом задуматься. Кто написал это? Это написано в Бхагаватам. То есть никто этого не изобрел. Низкорожденные люди, те, кто едят собак, сапач, чандалы, те, кто работают в крематориях, зажигают мертвые тела, очень низкорожденные люди. Их положение очень высоко, а мое положение низко. Несмотря на то, что я даже могу быть рожден как брахман, мое положение очень низко, если я не думаю о парам-брахм, если я не думаю о Кришне, не совершаю баджан. Бхактивинода Тхакур говорит, что все эти одежды, в которых вы... То есть, это не важно. Одежды данда не важна. Раван также мог, он также принял образ саньяси с дандой. То есть я могу вырядиться в одежду отреченного человека и обмануть весь мир. Все будут верить мне, потому что я с дандой. Бхактивинода Тхакур говорит, что это не важно, внешние одежды не важны. Что важно, это даже грихастхи, матаджи, они могут наслаждаться, то есть они могут получать милость. Они думают о себе, что я могу сделать, как я могу служить, я такая падшая. Но гуру и вайшнавы видят их настроение. Они видят, кто на какой стадии развития находится. Гуру и вайшнавов невозможно обмануть. Они видят ваше сердце. Бхактивинода Тхакур говорит, что это однажды один так называемый брахмачари провозгласил, что саньяси и брахмачари очень возвышены, а грихастхи
никогда не смогут достигнуть такого же уровня, имеется в виду, то есть они не наравне. И когда это дошло до Бхактивинода Тхакура, он сказал, кто сказал такое? Если мы видим, что грихастхи совершают возвышенный баджан, они считаются возвышеннее, чем саньяси и брамачари. Людям сложно понять это. То есть баджан — это самое главное. Имеется в виду, прежде всего, необходимо смотреть на баджан. Если кто-то приходил и говорил: «Махарадж, я хочу поехать в западные страны проповедовать». «Какая может быть проповедь? Просто совершай баджан», — отвечали ему. Наверное, Шрила Бхактивинода Тирта Махарадж. Или Шрила Бхактивинода Пури Госвами Махарадж. Шридхар Госвами Махарадж, Мадхава Госвами Махарадж. Прабхупады говорили, когда Прабхупад хотел послал Мадхава Госвами Махараджа на запад, ему сказали: «О, Мадхава Махарадж, он такой красивый, как его посылать на запад проповедовать?» И Мадхава Госвами Махарадж сказал, что: «О, я спасен», когда Прабхупад передумал его посылать на запад. Шридхар Госвами Махарадж говорит, что Гуру Махарадж хотел меня вовлечь, Прабхупад хотел вовлечь меня в проповедь, но я не поехал на Запад. Но случилось так, что он так или иначе все равно устроил мою проповедь так, что все, наверное, пришли ко мне. Прабхупад организовал всю эту проповедь. Тысячи преданных приходили, чтобы получить благо от Харикатхи Шрила Шридхар Госвами Махараджа. Он был настолько великим проповедником, настолько смиренным. Суть в том, что если Гуру Варга хочет дать мне милость, в Чайтанья-чаритамрите также сказано, если Гуру Махарадж хочет назначить меня ачарьей, то есть кто я такой, я падший, но если садгуру чего-то хочет, он может сделать из меня то, что он хочет, это становится возможным. Если я избран ачарьей или проповедником, Гуру Дев и Гуру Пад Падма наделит меня прежде всего качествами. То есть я должен обрести эти необходимые качества. Не так, что говорить, что: «О, я действительно такой возвышенный, поэтому меня и назначили». Это указывает на обусловленное положение. Только что я процитировал шлоку из Шримад Бхагаватам, 7 части, 7 песни. Бхактивинода Тхакур дает ответ тому преданному, который сказал, что грихастхи ниже, чем саньяси и брамачари. Бхактивинода Тхакур говорит: нет, если мы видим, что он совершает подлинный баджан, он может занимать возвышенное положение, чем более возвышенное положение, чем саньяси и брамачари. Потому что внешние одежды абсолютно не важны. Глупцы лишь руководствуются внешним. Вопрос в том, как долго я могу лаять как собака и как далеко уйдет мой лай. Если браман лишь по одеждам и не заинтересован в Кришна-баджане, как какой-то чандал из Рамайны. Шри Рамачандра подружился с чандалом. Голак чандал. Рамачандра принимал
любовное служение человека очень низкой касты, саубария. То есть для него возможно все. Если я совершаю баджан, повторяю харинам, совершаю служение, кто может? То есть сразить меня. Многие люди спорили, атаковали Прабхупаду, но что они могли сделать ему? Если Баларам присутствует с ним, то есть имеется в виду, если он Баларам присутствует, то он защищает. Он устраивает все таким образом, что жизнь агрессоров, тех, кто против, кто выступает против ачарьев, жизнь их кончена. У них появляются разные болезни, параличи и так далее. И их в такое положение Господь помещает, что они ничего не могут. То есть одна единственная ошибка может всю вашу жизнь испортить. Будьте очень осторожны по отношению к вайшнава-парадхам. Джара-такур низок по касте. Калидас, дядя Рагунатдас Госвами из предыдущего ашрама. Он хотел слушать Джара-такуру, но тот не принимал севу от него. Я низкокастный человек, как ты можешь служить мне? Но каким-то образом он обрел учиштху Джара-такура. Он корзину с манго он принес ему. Он сказал: «Я пришел послушать харикатху от тебя, а вот эти манго, пожалуйста, прими, предложи их Кришне, предложи Кришне». Выслушав харикатху, я вот падший человек, как я смогу тебя накормить чем-то? Если ты согласен, я могу отнести сейчас различные продукты в дом брахмана, чтобы те приготовили, тогда бы я угостил тебя этим. Нет, на самом деле я пришел только послушать харикатху. Когда харикатха была закончена, Калидас Такур сказал: «Пожалуйста, вот эти манго, которые я принес, они очень свежие, пожалуйста, поскорее их предложи». Хорошо. Калидас в уединенном месте предлагал. Калидас ждал в уединенном месте, где-то он спрятался. Тот Джара-такур в это время предлагал подношение Кришне и вкусил прасад. То есть он съел прасад и кожуру от манго выбросил в мусорку. Калидас наблюдал за всем этим. Он знал, где там городская мусорка, деревенская мусорка. Это было много лет назад. В то время все было очень чисто на самом деле. И Калидас все кожуру это нашел, отыскал и доел остатки со слезами. Он ел и плакал. И Бхактивинода Такур говорит то же самое. Он написал, что: «О Прабху, благослови меня так, чтобы каждую секунду я мог увеличить, чтобы моя вера в Гуру и Вайшнаву увеличивалась, чтобы у меня не было никаких сомнений». Каждую секунду я хочу увеличивать
мою веру в вайшнавов, и это коренная причина нашего роста в Рагануга, роста Рагануга Бхакти. Это коренная причина Рагануга Бхакти. Если у меня нет любви к гуру и вайшнавам, как я могу развиваться? Если у меня нет почтения к гуру и вайшнавам, все тогда бесполезно. Симптом гуру и вайшнава в том, что они всегда почтительны гуру и вайшнавам. Есть одна особенность. Они никогда не хотят примерять плохое и хорошее. Они не могут сказать, все хорошо, это тоже бхакти, и это бхакти. Они никогда не будут так говорить. Они не делают никаких компромиссов. И это является симптомом преданного. То есть это указывает на то, что это действительно истинные преданные. Они не могут принимать ложные вещи, как баджан. Возможно, они бывают порой разгневаны. Но они гневаются и говорят жесткие вещи только для того, чтобы защитить бхакти, чистоту бхакти. В Рамайне, как я уже говорил, написано, что общество, где женщины не почитаются, падет, оно деградирует. Общество, где разумные ученые, люди, пандиты не почитаются, не ценятся, такая страна, такое общество будет безотлагательно деградировать. Но потому что у нас нет должного разума понять, мы не можем понять, что Шрила Бхактива Тирта Госвами Махарадж истинный саду и так далее. Что они великие саду. Мы не можем осознать этого. Нет у нас возможности. То есть у нас есть зависть, есть настроение соперничества. Поэтому Прабхупад во время Гоура Пурнимы, когда состоялась Вишва Вайшнава Раджа Сабха, он наделял различными титулами преданных. Для чего? Для того, чтобы их воодушевить, вдохновить. И кто мог, если они следует по-настоящему своему Гурудеву, как они могли критиковать тех, кого Прабхупад наделил такими титулами, если они То есть, если мы видим, что какой-то ачарья действует не в соответствии с шастрами, мы должны не должны слушать его. Но сейчас, то есть он должен быть свергнут, но сейчас все решают деньги. Но невозможно. То есть, если вы попытаетесь контролировать гуру и вайшнавов, вы только лишь себя разрушите. Вы сожгете самого себя. Потому что гуру и вайшнавы подобны огню. Не пытайтесь играться с ними. В шастрах сказано, что Сурья, Бог Солнца, Брахман и Вайшнав. Банни, Сурьо, Брахманебхьо. Банни, Банни мин fire. Банни, Сурьо, Sun God. Огонь, Солнце. Брахманебхьо, Тайян Вайшнава Сада. Even Brahman is there. Брахман. Прабхупад говорит, то есть Прабхупад наделил нас браническим шнуром, начал эту традицию не для того, чтобы мы возгордились, а для того, чтобы мы обрели
как минимум качество брахмана. Шесть умножить на два будет 12. 12 особых качеств у брахмана. Не так, что только 12. 12 — это начало, потом они развиваются. Брахман означает тот, кто поклоняется Шалаграм, Вишну. Если лишен человек Вишну Бхакти, то мы не можем называть его брахманом. Тот, у кого нет связи с брахманом, как мы можем называть его брахманом? Имеется в виду с верховным брахманом, тот, кто не имеет связи, он не может называться брахманом. Как можно говорить, что я брахмачари, если у меня нет связи с парамбрахманом? Брахман. То есть тот, кто поклонник, тот, кто ценит, почитает. То есть, если я не ценю, то есть я поклонник Прабхупады, то есть я ценю его качества. Но если я завидую ему, говоря, что «О, да кто такой Прабхупад? Я сам Прабхупад». Все, тогда никаких шансов у такого человека нет. Те, кто хотят... Гуру Вайшнавы хотят защитить меня в моем болезненном состоянии. Они хотят вылечить меня, хотят накормить меня сырым молоком, когда я... В то время как я нуждаюсь, наверное, в этом. Но я этого не понимаю. Если... То есть в таком... Если я не буду ценить вайшнавов, то я буду падать все ниже и ниже. И кто же защитит меня? Кто покажет нам стандарты? Если я не заинтересован в том, чтобы показывать, чтобы самому следовать этим стандартам, для того, чтобы устанавливать их в обществе, я обманщик. Проповедь означает следовать стандартам моей Гуру Варги. Проповедь не значит доказывать всем, что я великий. Самое главное — то, насколько мы следуем нашей Гуру Варги. И затем мы можем уже переходить к возвышенным темам. Если мы не понимаем Гуру Таттву, то невозможно к ним перейти. Гуру и Вайшнавы, брахманы обладают 26 качествами. Но что насчет Вайшнава? Невозможно перечислить качество вайшнава, он наполнен качествами. Гуру Варга говорит, что порой мы не можем увидеть какие-то особые качества вайшнава, потому что он не показывает их, но тем не менее они присутствуют в нем. Но мы не можем их увидеть, и поэтому возникает недопонимание. Мы думаем, о, да этот вайшнав гневается, как он вообще может называться вайшнавом? Вайшнав не может гневаться. Гневный значит голодный. Голодный значит, у него есть материальное желание.
С одной стороны, мы называем его вайшнавом, а с другой стороны, отвергаем. Прабхупад говорит, они приняли меня как ачарию, гуру, но порой, когда какой-то... Они больше ни в чем не заинтересованы, и они могут отвергнуть гуру. То есть пока... Когда не осталось никаких у них желаний, связанных с гуру, они могут его отвергнуть. И такова концепция материального мира. Когда что-то не так, когда какое-то неудобство возникает у них, когда им больше невыгодно находиться в этом положении, они готовы отвергнуть гуру. Таково положение дел в наше время. Таким образом, мы должны понять гуру Вайшнава Таттву, и затем мы можем постараться войти в, то есть войти в это невероятно высокую обитель, которую мы обсуждаем сегодня. Прабхупада говорит, что мы надеемся, мы теплим надежду, что Гуру Варга благословит нас, поможет нам. В Читанчаритамрите сказано, Махапрабху благословляет и говорит: мое наставление вам, что попытайтесь стать гуру, не лагу, не занимайтесь, не погружайтесь в материальные вещи в майю. Вы играетесь с куклами. Майя выдает вам кукол, а вы играете с ними. Таково ваше положение дел. Майя Дева постоянно снабжает вас пратиштхой. О, Махарадж, вы великий, приезжайте, проповедуйте. Но когда чистым гуру Вайшнаву предлагают даже гирлянды, они очень осторожны, как Мадхавендра Пурипад. Они утром меня распознают и, то есть, будут предлагать гирлянды, омывать ноги, и он ушел, чтобы никто его не видел. И признак гуру вайшнавов, они не хотят никакой пратиштхи. Они готовы оказать вам служение. Достойны вы этого или недостойны, они готовы оказать вам служение. Заплатите вы, в смысле, готовы что-то пожертвовать или нет, они всегда будут говорить харикатху. Но во Вриндаване сейчас такие случаи, что за деньги кто-то говорит. Если бы Гуру Кишор Дас Бабджи Махарадж был тут, или Бхакти Приянкешва Госвами Махарадж, они бы побили этих людей, которые готовы говорить харикатху только лишь за деньги. И это происходит по всему миру. Они не понимают даже в маленькой степени, кто такие вайшнавы, кто такие гуру, кто мы в действительности. Такова материальная ситуация вокруг нас. Наша Гуру Варга хочет постоянно защитить нас. Повсюду, как мы можем осознать трансцендентные вибрации? Потому что мы привыкли слушать фальшивую харикатху. Мы не можем распознать истинную харикатху. Когда мы осознаем, что есть трансцендентное, а что есть материальная харикатха, в настоящее время какие-то вещи, внешние вещи пленяют нас. В Чайтанья-чаритамрите сказано, во время Гауранги Махапрабху мы видели, что говорите о Гауранге Махапрабху, Шьямананда Прабху. Я могу вам показать это на истории Шьямананды Прабху. Я был поражен, когда я читал жизнеописание Шьямананды Прабху. Он дал дикшу. Это не ложная дикша была. Если кто-то получал дикшу, то он становился истинным учеником. Шьямананда Прабху был очень могущественным. Адвайта Гасай. Шьямананда Прабху дал наставление своему внуку: дай харинам вот такому-то человеку. Но как же я могу? Flowing delegation of authority
It is a term which we can find application in economics. Я не, то есть, это применимо, то есть, вот это схоже с экономикой. Я не профессионал в этом, но мой брат, он учился экономике, поэтому я кое-что знаю об этом. Единственное, что, в чем я нуждаюсь, быть в линии с Гуру Варгой. Если я в одной линии с Гуру Падападмой, Прабхупадой, если вот все это в совершенстве с моей стороны, я не буду чувствовать, что весь этот процесс бесполезен. Если я на одной линии с Прабхупадой, имеется в виду, если я в связи нахожусь с Сидхартха Свами Махараджем, со всей Гуру Варгой, как Прабхупад может лишить меня как милости, как Нитьянанда может обмануть меня? Разве это возможно? Кто даровал милость Джагай Мадаю? Даже Джагай Мадай получили милость. Они хотели разбить голову Нитьянанды, но тем не менее... Он попросил Гаурангу, чтобы тот благословил их. Таково сердце Нитьянанды, Гурудева, Баладауджа Махараджа. Как же мы можем думать, что мы получим какие-то негативные результаты, предавшись ему? Когда Гауранга Махапрабху произносит этот стих, он говорит, то есть, когда он дает наставление, там присутствует и энергия, чтобы это выполнить. Гуру Махарадж говорил, в общем, какой-то киртан был туда, кто-то добавил строку какую-то, сами подписали, и Шридхар Госвами Махарадж очень злился по этому поводу, гневался. Он говорил, что вы должны строго следовать тому, что оставлено нашими ачарями. Вы не можете изменить ни одной строчки, изменить то, что сделано нашими махаджанами. Кто вы такие, чтобы изменять это? Гурупад Падма говорил об этом, Сидхартха Госвами Махарадж говорил, «Сын мой, не пытайся, ничего не меняй, не добавляй никакие слова в киртан. Пой в точности на ту мелодию, которую необходимо петь, и именно то, что написано. Мы не имеем права добавить никаких новых слов, строк». Гурупад Падма говорил, что песни, которые мы поем, Бхактивинода Такура, Наротам Даса Такура, если вы не верите, то есть в этих киртанах заложена сила, могущество. Если вы не верите в это, проверьте. Они дают нам, ачарьи дают нам могущество через эти киртаны, дают нам силу, энергию. Вишванатха Чакравати Пад говорит, Тот, кто воспевает Гуру Аштаку ранним утром, сказано там, вы обретете севу. Это 100%. Это заявление Вишванатха Чакравати Такура. Он провозглашает это. Тот, кто воспевает этот киртан, прославляя садгуру, прославляя садгуру, не ложного гуру, прежде чем взойдет солнце, неизбежно он обретет милость Гурудева, обретет силу от Гурудева. У нас есть надежда, что мы
обретем эту милость. То есть необходимо позитивное мышление. Итак, Прабхупад говорил, что если вы осознаете киртаны, которые мы поем, вы сможете... Вы обретете могущество, силу, которая заложена в этом киртане. Если вы можете воспевать эти киртаны, когда-нибудь вы, в один из дней вы почувствуете, однажды вы почувствуете. Если вы будете петь с простым сердцем, плакать, без лицемерия, вы проверьте, есть ли там заложенная энергия, заложенное могущество. Вы думаете, как войти в Рагануга Баджан, хотите очень быстро стать гопи, вы хотите запрыгнуть в огонь, другими словами. Итак, когда Махапрабху говорит, когда бы Махапрабху не говорил кому-то эти слова, мы видели, что... То есть, когда он дает наставление кому-то выполнять какое-то служение, он закладывает в это и служение, и он закладывает в это и энергию, с помощью которой человек сможет выполнить это служение. Махапрабху дает милость, и тогда тот, кто... То есть, такой проповедник, который получил наставление от Махапрабху, будет проповедовать так, что тысячи людей привлекутся и захотят воспевать Харинам. Махапрабху в то время, когда он находился здесь, он давал наставления напрямую, потому что это было уникально, потому что он пришел сюда в форме преданного. В настоящее время мы получаем эту энергию от Нитьянанды, то есть от Гуру Варги. В противном случае нет другого источника. Если вы по-настоящему хотите служить Рагануга Бхакти, не может быть так, что у вас не будет сил войти в Рупануга Рагануга Баджан, потому что я точно знаю, видя на примере настроение Шрилы Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа, когда я пришел, уже многие представители нашей Гуру Варги ушли, тем не менее я был удачлив обрести общение тех, кто присутствовал еще. У нас не должно оставаться никаких недопониманий в отношении этого. Одну шлоку я хочу процитировать из Махабхараты. Никогда не опирайтесь на логические интерпретации, вы ошибетесь. Не пытайтесь руководствоваться логикой, потому что апракрита за пределами материальных концепций. Постоянно вы слышите это слово «ачинта». Что это означает? Вы думаете, что «ачинта» означает что-то особенное? Если вы подумаете, попытайтесь понять это мозгом, у вас не получится. Мы думаем, что «ачинта» — это что-то за пределами нашего умственного понимания. Но не только это. Это правильный перевод, но тем не менее, кое-что содержится в переводе еще. Непостижимое. Есть платформа бытия, на которой возможно все. Расамая. «Ачинта» не... Не значит только то, что я не могу постичь.
Но непостижимое не означает, что я никогда, вообще совершенно никогда не смогу это понять. Имеется в виду за пределами материальной платформы. Также вы должны вспомнить о том, что существует еще одна платформа, где возможно все. Другая платформа бытия. Расамая платформа. Расамая бытие. Вы не знаете об этом. Если бы вы когда вы достигнете этого, вы увидите, что Кришна, вы можете контролировать Кришну. Гуру и Вайшнавы понимают, когда они понимают, что сердце кого-то из учеников достаточно чисто, они дают ответ, они отвечают. Они, такой человек может обрести энтузиазм. Любовь вайшнавов не фальшивая, она истинная, она трансцендентная, апракрита. Так, за Ачинта — это не просто, то есть это то, что за пределами материальной платформы. Према-майя — это платформа расы, где возможно все. Там мы можем любить Кришну, мы можем обнять его, а можем сражаться с ним. Я не вру, это стопроцентная правда. Все это возможно. Но необходимо подтвердить свои качества, свою пригодность к этому. Не достигнув необходимых качеств, как описывает это Бхактивинода Тхакур в Бхаджана Рахасе, как если залазить на дерево и срывать фрукты, шутя, говорит Бхактивинода Тхакур, глупцы, они, не залазя на дерево, снизу пытаются сорвать деревья. Сорвать фрукты, простите. Бхактивинода Тхакур описывает это. Фрукты якобы под моим контролем, но это не так. Я думаю, что я уже готов слушать Расалилу, что я могу давать, то есть обсуждать ее. Это не так. Вы всегда должны помнить об этой шлоке. Ачинта — непостижимое. То, что мы не можем представить себе. Это правильный перевод. Тем не менее, есть более глубокое понятие этого. Мы думаем о трансцендентном мире. Мы заинтересованы в Расалиле, думать о ней. Хотим думать о ней. Но я уже сказал, что это в действительности непостижимо. У нас нет практического опыта, что такое Голока-Дхама. Мы никогда там не были, мы только лишь слышали об этом. Также Шветадвипа. Почему мы называем планету Шветадвипой? Имеется в виду, почему мы называем Галока Вриндауна Шветадвипой? По какой причине? В Брахма Самхите сказано,
уникальный и трансцендентный мир Галока Вриндавана. Там все подобно Лакшми. То есть описания настолько удивительны, что нам сложно поверить в них. Я прочитаю комментарии Вриндавандас Такура. Вы думаете, что одев одежду девушки, вы превратитесь в гопи? Но разве это так дешево? The place where Chinmoy Gopi all coming from the lotus feet of Gopi, все нисходят от лотосных стоп Радхарани. Радхарани мул Лакшми. Все, то есть если объединить все Лакшми, нет, все Лакшми пребывают в лотосных стоп Радхарани. Парампуруш, герой, главный герой, это Кришна. Все деревья там, Калпатару, деревья, исполняющие желания. Что бы вы ни попросили у Калпатару, она дарует вам. Мы говорим, называем вайшнавов, гуру вайшнавов Ванча Калпа, но мы не можем поверить в это до конца. Каждое дерево на Галока Вриндаване Калпатару. Как в материальном мире, когда, в чем разница, когда Галока Вриндавана нисходит в этот материальный мир? Какова разница? Все то же самое. Но есть какая-то разница. Потому что даршан зависит от чистоты вашего сердца. Имеется в виду, сможете ли вы это увидеть. В действительности все одинаково. Все точно так же. Но в соответствии с вашими качествами вы обладаете должным зрением. То есть ваше зрение зависит, ваше видение зависит от вашего, от чистоты вашего сердца, от ваших качеств. Несмотря на то, что все одно и то же. Вы можете поверить, что то есть видеть все материальным в соответствии со своим видением. То есть насколько вы развили духовное зрение, настолько вы сможете видеть. Каждое дерево здесь, Калпатару. Земля Чинтамани. А вода — это Амрита. Если кто-то говорит, он говорит, как поет. Если кто-то идет, то танцует. Каждый шаг как танец. И вамши пресакхи. Вамши флейта Кришны — это пресакхи, посланница. А сияние там чинмое, анандамое, читанандамое. И тысячи, миллионы коров Сурабхи. А молоко текет из имени коров постоянно. Там нет материального времени. Прошлого, будущего, настоящего. Там неприменимо это время, материальное время. Кал, время, означает Акханда. То есть время мы делим на различные периоды. День, ночь, минуты, год, месяц, неделя. Но время само по себе
Акханда. Порой оно выражено, проявлено, наверное, порой нет. Махакала. Практически невозможно осознать эту дхамму, увидеть ее. Очень редко, всего лишь несколько личностей могут осознать, увидеть Галока-дхамму. И как же осознать Расалилу, если у нас нет силы, если у нас нет для этого квалификации? Это очень-очень редко, когда кто-то может обрести это понимание, это осознание, это видение. Галока-дхамма — это Шветадвип-таттва. Когда вы обрели успех в джапе, в Кама-гайатри, которое Брахма напрямую обрел от Кришны, получил от Кришны, тогда в таком случае очень легко вы можете увидеть Галока-дхамму. Вы будете видеть ее абсолютно ясным образом. Если вы достигли успеха в джапе, если вы достигли успеха в повторении Гайтри мантр, даже находясь в этом материальном мире, вы сможете созерцать Галока Вриндавану, Навадвипа-дхамму. Гакул Вриндаван, Навадвип не отличны друг от друга. Шветадвип-таттва. Вы сможете осознать Шветадвипу. Шветадвип означает то, что не имеет осквернений. Чище чистого. Такая чистота невозможна в бесконечных мирах. Только лишь в Священной Даме, в Святой Дхаме. Ничего грязного, абсолютно ни пятна грязи. Мы называем это Шветадвип-таттва. Материальный бог солнца, материальное солнце, луна не может дать нам такие... То есть не может, наверное, устроить такую же ситуацию, обстановку здесь. Итак, день за днем я буду говорить об этом, и постепенно вы сможете осознать уникальность. Мы думаем о Говинде, Парампара Акхилешваре. В Брахма-самхите сказано о нем. Ганапати Махарадж обрели могущество, исключив опасности своей жизни, потому что они приняли прибежище лотосных стоп Нарсимха-дева, водрузив их себе на голову. Они установили лотосные стопы Нарсимха-дева себе на голову. Они приняли ответственность. То есть сам Господь принимает
ответственность за всю, за сохранность вашей жизни. Даже в раю, если какие-то проблемы возникают и поклоняются Ганапати Махараджу, сам Бхагаван Вишну принимает, приходит как Ганапати Махарадж. Это долгая история, я не буду об этом говорить. Материалисты заняты поклонением Шанкаре, Ганапати Деву, Деви Майи, Сурья Деву. Они постоянно вовлечены в поклонение им, Панча Упасаке. Порой они говорят, что мы тоже вайшнавы. Мы тоже вайшнавы. Панча Упасак означает тот, кто поклоняется Ганапати Махараджа, Сурья Деву, Деви, Дурге. Также Вишну и Шивджи. И Вишна, якобы в соответствии с их концепцией, един с Ганапати Махараджа. Но в действительности это не Вишна Татва. Они лишь думают. Ну, какие-то у них умственные измышления. Полностью ложные по этому поводу. Вишна... Верховный Господь. Но они думают, что Ганапати наравне с ним. В действительности это не так. Также в Расалиле Радхарани и Гопи обманывают Джатилу Кутилу. Они очень разумны, очень умны, ловки в этом. 24 часа Рупануга Ганука преданные, вовлечены во внутреннее служение, имеется в виду служение. То есть Прабхупад совершает харинам, совершает киртан, но тем не менее он присутствует в этих играх и совершает служение. В Даке целый месяц рассказывал Шрила Прабхупад эту шлоку. Сейчас это Бангладеш, раньше была Индия. Прабхупад во время Картики постоянно воспевал харинам. Если ум хоть немножко отвлечен, вы уже не можете говорить харикатху. Потому что для харикатхи необходимо быть в связи с Гуру Варгой. Есть какое-то вмешательство, какое-то отвлечение мысли, мы не сможем говорить харикатху. Это особенность апракрита харикатхи. Для материальных харикатхи это не страшно. Радхарани, гопи умело обманывают Абхиманию, Джатилу, Кутилу. Джатила переводится как сложности. Кутила переводится как... То есть джатила и кутила на самом деле почти одно и то же значение. Джатила — это проблемы, а кутила — это тот, кто постоянно критикует, создает сложности. А абхиманию в переводе означает абхи. Гнев. То есть, когда ты ожидаешь какой-то любви, но не получаешь ее, ты гневаешься. И вот это в переводе означает имя Абхиманию. The thing I want to get in my life to fulfill my karma, if I am not Если я не получаю
материальный объект этого мира, для того, чтобы удовлетворить свою каму, женщину или какие-то объекты, я гневаюсь. Если кто-то не оказывает мне должное почтение, я могу разгневаться. Это тоже проявление камы. Рагхунат Дас Госвами пишет, написал этот стих по поводу пратиштхи. Как апракрита према может войти в наше грязное сердце? Танцует пратиштха в нашем сердце, наверное. Кто может превзойти это? Кто может преодолеть это? Кто, кроме Парамахамс? You like to control them, but you can burn yourself. Вы хотите контролировать вайшнавов, но вы лишь сожгете самих себя. Не пытайтесь сделать это. Итак, перевод имени Абхиманию, я думаю, вы поняли. Это тот, кто не получает то, чего он ожидает, и поэтому он постоянно гневается. Он постоянно принимает усилия для того, чтобы остановить Радхарани в ее служении Кришне. Но Радхарани и Гопи невероятно умны. Они постоянно организуют все так, что могут. Они постоянно служат, оказывают апракрита севу Кришне. Они могут оставить в дураках Джатилу, Кутилу. Очень легко. И продолжают они свое служение постоянно. Когда и в конце концов Радхарани и Гопи уходят на Сурьякунду, там Кришна приходит, туда Кришна приходит в облике священника, провозглашая себя учеником Гаргамуни, брамачари, полным брамачари. Кундалата, подруга Радхарани, позвала, то есть организовала приход этого брамана. В действительности это сам Кришна. Он лишь одел одежды брамана. В красных одеждах, в шафрановых одеждах он пришел, повторяя Хари Кришна Махамантру. Джатила также присутствует там. Она спрашивает Кундалату. Ты давно уже ушла, долго. Нету брамана. Кто будет проводить пуджу? И говорит Кундалата, вот каким-то чудом я нашла этого Наштика Брамачари. То есть я долго-долго искала, не могла никого найти, и вот нашла лишь вот этого брамана. Ученика Гаргамуни. Он тут прекрасный браман. Скорее предлагать ему все поклоны. Я был на Сурьякунде, поэтому я знаю. Я все время думаю об этой лиле и весело это. Смеюсь об этом, насчет этого. Кришна там очень серьезен. Джатила предлагает дандаваты Кришне. Радхарани присутствует там. Кундалата говорит, ты должна принять этого брамана, должна сделать ачиман. She like to worship.
То есть ты должен организовать поклонение Шримати Радхарани, жены моего сына, говорит Джатила. Потому что если Радхарани будет поклоняться Сурье, Сурья — это повелитель всех богатств. В таком случае Сурья дарует богатство, а Агни также. Те, кто заинтересованы в бхакти, не поклоняются материальным, то есть ради материальных благ. Но Джатила все время хочет разбогатеть, она все время хочет увеличивать свои богатства, свою собственность, коров и так далее. Она очень жадная. Почему Джатила посылает Радхарани готовить в дом Нанда Бабы? Тоже есть причина этому, потому что каждый день Нандарани, Яшодама, дает Радхарани много золота, украшений. Поэтому она и посылает ее. Если бы не было никакой выгоды, она бы ее не отпустила. То есть каждый день Яшодама посылает новые одежды, украшения ей, наверное. Она говорит, иди, готовь, но будьте осторожны, Кришна очень опасен. Кундалата говорит, не переживайте, я там. Я не позволю Кришне даже приблизиться к Радхарани. Я прекрасно знаю характер Кришны, какой он. Верьте мне. Да, я верю тебе, я доверяю тебе, я верю тебе. Ты защитишь Радхарани. Таким образом, она постоянно заинтересована в расширении своего богатства. Итак, прежде чем проводить яги, вы должны принять руководство брахмана. Необходимо найти брахмана, который будет произносить особые мантры. И она вовлекает этого пуджари в поклонение Сурьядеву. Имеется в виду, Радхарани должна поклоняться, и брахман выступает как посредник. И она должна пойти в храм, предложить фрукты, цветы. В конце концов, Кундалата, Лалита, Вишака, Рангадеви, Судеви, Читра, все Найна Манджари, все они оставляют в дураках Джатилу. Для того, чтобы постоянно служить Шри Кришне. То же самое говорит Горкишар Баба нашему Прабхупаде. О мой Прабху, попытайся повторять Харинам, оставив всех в дураках, то есть всех материалистов. Попытайся обмануть материалистов и постоянно находись в поклонении, в служении Шри Кришне, постоянно осуществляя служение Шри Кришне. То есть мы не можем даже встать утром рано. Мы говорим, о, Махарадж, я устал. Если я буду смотреть телевизор, играть в компьютерные игры, все хорошо, у меня полно энергии. Майя Деви дает мне ее. Мы думаем, что еда дает нам энергию, а на самом деле Харикатха и Харинам, там мы можем найти всю энергию, которая необходима. И таким образом, Брахман, Кришна,
Он же Кришна организует все поклонение Сурьядеву. Он говорит Радхаране: произноси, повторяй за мной. И все саки смеются на заднем плане. Пуджари вручает цветы в руки Радхарани. Она берет их в свои руки. Кришна смотрит на прекрасные пальцы Радхарани, которые Кришна не может устоять. Его переполняет сатва, ашта-сатвика викары. Не думайте, что это материальная кама. У него, то есть его начинает трясти. Когда арчана закончена, Джатила говорит: «Я благодарна тебе. Ты прибыл сюда из Матхуры для того, чтобы провести эту яги. Я сейчас дам тебе много-много пожертвований, золота, бриллианты». «Нет-нет-нет», — говорит он, — «я брамачари, я ученик Гаргариши, я ничего не могу взять. Ты попросила, поэтому я и пришел». «Хорошо. Я слышала, что ты хорошо знаешь, что ты великий астролог. Не мог бы ты, пожалуйста, проверить ладони Радхарани, жены моего сына?» И Кришна... Сердце его плавится, но тем не менее он говорит: «Нет-нет, я брамачари, я не могу касаться рук никаких матаджи. Пожалуйста, пожалуйста, я заплачу тебе». «Нет, это не вопрос денег. Кундала, ты же сказал вам, что я найштика брамачари». И вновь и вновь его просят: «Пожалуйста, пожалуйста, посмотри». Потому что это вопрос удачи моего сына, то есть она его жена, и, соответственно, и Кришна говорит: «Ладно, хорошо, сейчас я посмотрю». И тогда Радхарани открывает свои ладони, и Кришна не может уже скрывать себя. То есть это не материальная лила, она полна любви. Даже на Радха-кунде Радхарани, все манджари совершают удивительные игры. Кундалата и другие манджари поклоняются Ганеше. На самом деле, это не Ганеша-пуджа, там есть сокровенное значение, но сейчас это невозможно для вас понять. Итак, прежде всего, я прошу вас, попытайтесь осознать Апракрита према татву. Попытайтесь ее осознать. Если вы не сможете этого сделать, вы будете оставаться бесконечность на одном и том же уровне. Все, то есть вы бесконечно будете оставаться на одном и том же уровне, не сможете прогрессировать. Много-много вещей я бы хотел обсудить из Брахма-самхиты. В Кришне нет никакого отпечатка Майя-деви. Там содержится много важных вещей в Брахма-самхите. Все это мы можем обсудить день за днем. Я буду рассказывать об этом. И Пракрити не может коснуться Кришны. Материальная природа не может коснуться Кришны. Я могу привести доказательство этому из Шримад-Бхагаватам. Когда Вьясадев смотрел на Верховного Господа, он видел, что Майя за ним, за Господом. Она не может предстать перед Кришной, она не может показаться напротив Кришны. Есть прямые доказательства этому. Брахма-самхита была напрямую принесена Махапрабху, поэтому
Как мы можем не верить в Брахма Самхите? Я могу привести доказательства этому. День за днем я буду говорить об этом моменте. Завтра я буду говорить об этом, сегодня уже нет сил, нет времени. У меня есть служение в Майпуре. Одну лишь шлоку я могу объяснить, только лишь коснуться ее. Никакого прикосновения. То есть майя не может коснуться Кришны. I can discuss someday, but today time I cannot permit. That's why I'll have to stop. Я расскажу об этом позднее. Сегодня уже нет времени. Помните о том, что гопи никогда не поверят в то, что Кришна Парабрахман. Когда вы разовьете такую колоссальную любовь к Кришне, эта концепция будет станет барьером в любви к Кришне. То есть, как это бывает в материальной любви? То есть, если у вас есть настроение величия, вы не сможете обнять Кришну, поцеловать его, потому что вы будете испытывать страх. Если есть Айшварья Гьяна, Апракрита Према не сможет раскрыться. Нет, не может быть удовлетворения, когда присутствует настроение величия. Только лишь свободная любовь без ограничений. Сриаха кантаха кантаха парамапурушаха калпатарабо друмабхамисчинтамани ганамаи тайо амритам катхаганам натчам гаманамопи бхамши приясакхи чиданандам ятихи парамамопи тадасаддамопи ча ванча калпатарусикипасиндабхача патитанан павана бхавишна бьё намо.